Рыбакит, папа рисует. Друзья, привет, меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит, и сегодня мы на турбозаврах. Обязательно рисуйте с нами, сегодня мы делаем разные поделки, и я уверен, что у вас тоже получится. У нас сегодня в гостях турбозавры, или нет, я в гостях у турбозавров, наверное, да. У нас есть знак турбозавров, и у нас есть разные геометрические формы, да? Есть? Есть. Давайте посмотрим, что мы из них можем сделать. У нас есть форма квадрат. Знаешь ты такую форму? Я ее знаю давно, с детства, она мне очень нравится. Вторая форма. Это овал. Это круг, который сплющили. Вот так положили. И вот так прижали немножко. И он получился круг такой сплющенный. Я называю его овал. Овал. Дальше. После овала есть у нас полукруг. А как? Что такое полукруг? Это когда у нас есть круг. Мы от него отрезали половину, к примеру. У нас есть солнышко, мы половину отрезали. Или есть колбаска, половину отрезали. У нас получится полукруг. Из этих геометрических фигур я хочу нарисовать турбозавров. Так что рисуй со мной, и мы будем вначале рисовать Тора из просто полукруга. Для работы понадобится такой вот полукруг. Если у тебя его нет, то ты просто можешь нарисовать. Я же его приклею клеем. Вот так вот намажу и приклею. Вот такой у нас Тор посередине будет находиться. Но ты скажешь, что пока что на Тора не похоже. Пока что да. Но мы возьмем фломастер и пририсуем ему лапки, к примеру. Тор это такой стегозавр, я знаю. Он такой мощный, классный. Мы пририсуем ему лапки. Давай пририсуем вот по две лапки. Вот этот фломастер не пишет. Вот попробуем вот эти. Отлично. Вот так. Раз. Лапка. И два лапка. Две лапки пририсовали. Ну, ты скажешь, что пока что это похоже на черепаху. И ты будешь прав. Действительно, это пока что черепаха. Пририсуем ему голову. И он такая, голова у него прикольная. Вот такая, вот такая. Пим, 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 вэйв, вэйв. Вот так нарисовали это голова. И, конечно же, глазки. Глазки, улыбочка. Он очень добрый. Динозавр. Турбозавр. Ну, пока что это динозавр, да? Но он пока потом превратится и будешь турбозавр. Так, и это мы сделали. Есть у него хвост. Есть хвостик. И нарисуем хвостик к этому овалу. Пока что ты скажешь, что это черепаха. А я скажу, что да, пока что это черепаха. Но мы дорисуем большие пластины, которые есть у Тора на спине. И он сразу превращается в такого стегозавра. Такого классного. И также у него есть полосочки. Вот так мы можем эти полосочки нарисовать. И еще по две лапки. Одна лапка и вторая лапка. Такой вот из полукруга у нас получился турбозавр. Это Тор. Можешь написать Тор, если ты не знаешь, как его зовут. Или ты знаешь, но думаешь, что точно. Можно написать Тор. Т-О-Р. Часто я подписываю, потому что и ребята, и мои дети хотят все подписать, чтобы точно знать, что мы рисовали из полукруга Тора. Следующий у нас будет овал, и мы нарисуем, из него тоже сделаем турбозавра. Первый убираем. Берем овальчик. Овальчик, на кого же он похож? Смотри, здесь у нас на столе есть один динозавр, который очень похож на такой овальчик. Похож? Наш Анки. Анки, турбозавр похож на овальчик. Немножко, да. Мы приклеим этот овальчик и нарисуем Анки. Приклеим, намажем. Если у тебя нет цветной бумаги, розовой, то просто нарисуй овал. Раскрась его оранжевым или розовым, и у тебя уже получится то, что мы хотели. А теперь будем добавлять к нему разные детали. Что нам нужно? Смотри, нам нужны ножки. Ножки я начинаю с лапок, ну, будем называть лапки или ножки. Рисую фломастером, чтобы было понятно, да? Я думаю, у тебя тоже есть фломастер. Две ножки. У него есть хвостик, но не очень большой. Такой вот хвостик. И большая голова. Довольно большая. Мы ее рисуем вот так. Пририсовываем голову так. Заходим немножко, пририсуем головку. Теперь пририсуем глазки. Такие носик. И улыбка. Вот такой у нас... Турбозавр Анки его зовут. Чем он еще отличается от остальных динозавров? Потому что он кругленький, овальненький, да, такой, да. И маленькие такие полосы, такие, как бы их назвать, костяные наросты, можно сказать. Или же кочки, или бугорки, как хочешь, так и назови. Вот такие они у него есть. У него еще лапка и лапка.
Вот такой турбозавр, и его зовут Анки. Напишем тоже. Анки. А-н-ки. Он смотрит хорошо на Тора, и они друзья вроде бы, похожи с тобой немножко. Мы его тоже нарисовали. Это розовая девочка. Ну, может быть, розовая девочка. Вроде бы я думал, что это мальчик. Ну, если это девочка, то простите, может быть, я невнимательно точно смотрел мультик, но, может быть, может действительно это девочка. Может быть. Так. Ну, когда розовая, а когда красная, так точно. Хорошо. Следующий у нас еще есть объект один. Это квадрат. И мы из квадрата тоже нарисуем турбозавра. Но теперь мы будем рисовать не динозавра, а уже машину, которая превратилась. У нас есть квадратик небольшой. Мы приклеим его вот так. Клеим посерединке. И нарисуем любимого нашего, которого мы уже сегодня рисовали разок, нашего трака. Вот такой динозавр. Квадрат. Квадрат есть. А теперь дорисуем некоторые детали. Это голова, глаза и манипуляторы, которым он держит. Так, вот, тело есть. Теперь голова. Голову пририсовываем так. Раз. Довольно прямоугольная у него голова. И он улыбается. Вот такая голова. С шеей соединим. Ноги. Ноги сделаем. Ноги. Ноги вот так сделаем. Так. И ножище, топорище. Вот такие ноги пририсуем тоже. Раз, раз, раз. Теперь ему нарисуем руки. Будем называть это руками. Руки, как у Буратино. Похоже, потому что они у него на шарнирах и движутся здесь у него. Шарнирчики. А пальцев у него нет. У него только такие хваталки. Манипуляторы. Так. В конце дорисуем два глаза. Хе-хе. А здесь посередине на теле можно нарисовать разные детали. Потому что он очень мощный и классный автопогрузчик. Вот такой у нас Тор получился. Все это мы рисовали из разных геометрических фигур поэтапно, чтобы у нас все получилось. И смотрим, из чего состоят наши турбозавры. Из разных фигур. Робот состоит из квадрата. Анки, анкилозавр, наш турбозавр, да, состоит из овала. Это самая главная его часть. Да? А наш Тор состоит из полукруга. Тоже такой полукруг, но срезанный. Тоже мы его нарисовали. У нас три турбозавра получилось. Все, мы научились это. И у нас все здорово. Хе-хе. Я надеюсь, что тебе понравился этот ролик. Подписывайся на канал Турбозавры. Переходи к нам в ВК и рисуй с нами. Такие развлечения по субботам у нас проходят. Ждем тебя.